Привет, привет. Сегодня 13 октября, суббота. Прошло ровно 2 недели с момента последнего видеоблога Nano Reef 70 литров с актиниями. И сегодня я расскажу, что было в предыдущей серии. В предыдущей серии я рассказывал про то, что доехало еще 10 актиний топетум и что очень зарастают стекла. Да. И вот прошло 2 недели. Что изменилось, какие наблюдения я сделал, какие новости, я вам все сейчас расскажу. Итак, поехали. Из новостей. Квадриколор уже 5 штук, потому что поделилась одна квадриколор. Да, теперь 5 штук, это позитив. По камню квадриколоры мигрируют немножко, они еще не уселись на свои места, они как-то вот по кругу ходят. Но хорошо, что они не выходят на дно, не отрываются, не летят. Не попадают в помпу или в перелив, как ну, иногда делают квадриколор. В моем домашнем аквариуме квадриколоры тоже по одному камню мигрировали плюс-минус 5-10 сантиметров. То есть они никуда далеко не уходили, но вот они как-то так танцевали. То есть, ну, наверное, это нормально, ненормально, я не знаю. В комментариях пишите, у кого как это происходит. Топетумы. Топетумы, они тоже немножко двигаются, ну, тоже в пределах все норм. Очень все хорошо. За эти 2 недели я кормил 2 раза актинии топетум и актинии квадриколор. Кормил где-то 3-4 креветочки, я делил на равные части и вот всех кормил. Клоунов, там еще есть 2 пара клоунов, как вы помните. Клоунов кормим, наверное, 3-4 раза в неделю, не чаще. Когда мы бываем в офисе, мы кормим. Когда в офисе нас нет, мы не кормим. Да. За это время, несмотря на это, сделал одну подмену. Да, вот хочу сказать про подмену. Сделал одну подмену воды, 20 литров слил, 20 литров налил. Воду использовал ту, что слил с домашнего аквариума, в котором фосфат нитрат 0, карбонатка 8. К чему это говорю? Сделал замер здесь. Карбонатка, на удивление, где-то 8,5. Что-то поднялась карбонатка. Фосфат 0,1, то есть уже... Ну, уже видно эффект кормления, скажем так, и нитрат 20, да, ребята. Но стекла, тем не менее, так уже не зарастают, уже так не зарастают. В аквариуме лежит уголь и циолит по чуть-чуть, может быть, я добавлю антифос, тоже чуть-чуть. Но все-таки я очень-очень надеюсь, что получится запустить водорослевик в течение там недели-двух. Через 2 недели я сниму видео и расскажу вам, что изменилось. Еще, ребята, что я заметил, какой-то такой нюансик я заметил за этот месяц. Течение, которое есть, тут течение маленькая китайская помпа и та помпа, которая возвращает из сампа, катастрофически мало, ну, визуально, потому что нет вот этой вот динамики, но это полбеды. Собирается детрит на стекле, так как нет грунта, я вижу, это есть визуализация, вот эти пятен детрита, я их отсифониваю при подмене, понятное дело, но как бы я думаю, если бы была какая-то мощнее помпа течения импульсная, и она бы это все поднимала, как у Дениса рассказывает, у него все вот так вот раскачивается, и весь этот детрит какое-то время был в воде, потом весь ушел. Вот я думаю, что здесь такая штука нужна. Такая штука нужна, потому что постоянное это не очень прикольно. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, а я сейчас сделаю видеонарезочку без себя, без лица, просто аквариум. Пока-пока.